дарите? Ну, я чест православной церкви. Ой, а как же я благодарю вас. Благодарю. Слава Христу. Да молодцы, да дай Бог вам здоровья. Да в такой памятный день-то вы дали. Ну да, да. Сегодня же. Новомученики. Ну да, да, да. Было сегодня же это самое. И служба, я была на службе. Ну и мы, конечно, со службы как раз. Храни вас Господь. Спасибо, Христос и вас. Храни вас Господь. Помоги Христос и вас. Православная церковь, Евангелие в подарок. Ну, спасайте душу вашу, Христос. Подарок Евангелия. Подарок Евангелия. Евангелие в подарок, православная церковь. Веруйте в Иисуса Христа, Он Спаситель наш. Ну вот, люди. Подарок. Подарок. Читайте, это слова Христа о вечной жизни. Как не попасть в ад? Подарок Евангелия, православная церковь. А у меня вон Библия. А, я хожу. Ага. Ясно. А возьмите сайт наш, на всякий случай. Спасибо. Слава Христу. Помоги Господи спасти душу. Ну вот, и теперь это как раз вам назидание, чтобы вы просто так не померли, а знали слова Христа. Что будет ждать вас на той стороне? На той стороне нас ждут. Подарок Евангелия. Евангелие в подарок. Это все слова Христа вечной жизни. Спасибо. А какой сегодня праздник? Сегодня новомучеников. А, воскресенье. Ну, видите, каждое воскресенье считается у нас праздником. Как воскресенье Христа за новое. Как Пасха. Спасибо. Но сегодня новомучеников российских. Те, которые пострадали от рук большевиков. Спасибо большое. Подарок. Подарок. Мир вам. Как вас? Да, слава Богу. Как мы? Как боченьки вас? Да. В этом году. Ну ничего он такой. Да, учится. Не дерзкий? Нет. Ну слава Богу. Это просто подарок. Читайте и узнавайте о Христе. Если что-то вопросы, здесь вот у нас в интернет бесплатно. Бесплатно. Евангелие подарок. Слава Богу. Христос еще даровал спасение нам даром. А вообще-то я дерзкая. Троицей. Ну дерзким не надо быть человеком. Ну иначе кротким надо быть, кротким. Ну, дерзость напротив крота стоит. Блаженны кроткие. Это, кстати, вот здесь и написано, в 5 главе Евангелия от Матфея. Открываете в 5 главу. Вот. Глядите, вот. Христос, увидев народ, зашел на гору. И вот блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кроткие наследуют, не дерзкие. Дерзкие все будут биты Богом. Ну, Бог научит и дерзких, наверное. Ну, научает, конечно. Он пытается из них кротких делать. Господь говорит в 11 главе, здесь же. Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Да, значит, научите. Ну, у него надо учиться. Вот, вот будете эти слова читать Христа, и вы будете на него смотреть, какой он, и вы увидите, что он кроткий. Но его бьют, а он не отвечает даже на побитие. Просто спрашивает, а почему ты бьешь меня? Если я хорошо сделал, то скажи, что хорошо. А если плохо, то что я сделал плохого? Говорит, никто не говорит, просто бьют. А когда его распяли, он сказал... Странно, почему бьют? Бьют, потому что не хотят слышать слов от зависти. Что сами не могут этого сказать. Потому что они дерзкие. Дерзкие бьют кротких. Это всегда так было. Злодеи злодействуют злодейски. И злодействуют злодеи злодейски. Ну, конечно, накажут. Естественно. Но люди же бывают не слушают Бога. Не боятся его. Но они в ад попадут. И там уже будет. Но там как бы поздно будет. Поэтому сейчас есть Евангелие. Вот это слово, это лекарство для дерзких.
То есть, чтобы такой милостью Господь прошелся по сердцам людей. Вот есть слово его. Оно милует, это слово. Если его читать, вникать в него, то можно отстать от дерзости, даже тебя бить никто не будет. У каждого человека есть своя совесть, каждый поступает по совести. Ну, у каждого есть совесть, но должна быть совесть, которая будет беседовать с Богом, которая на молитве будет чиста. Ну, это чиста. Веру предлагает. Ну, вообще, Бог есть вера. Ну, Иисус Христос – это и есть наша вера. Бог в каждом из нас, понимаешь? Бог нас сотворил, а теперь дальше, чтобы Бог был в каждом из нас, Дух Святой, нам нужно для этого постараться и законы исполнить Бога, показать любовь к Его заповедям. Это Евангелие от Иоанна, 10 главе написано. Ну, конечно. Естественно, в церкви обязательно. Мы же единое тело. А вы чтец? Нет, я не священник. Я чтец. Да. Ну, я читаю, пою на привозе. Ну, как помогает священник. Он же не все делает. Он молится. Молитвы там поются и читается, и Слово Божие, проповеди, слава Христу. А вы вот сюда вот зайдите, здесь очень много у нас видеоподборок. Вы прям нас увидите. А вот прям вот сюда вот. А как вы? Интернет. У меня нет интернета. Я от Бога. Какой у вас еще возраст? Вы... Я от Бога. Я из огня. Ну вот из огня вот с интернетом надо быть. И тогда у вас очень много будет тут всего. Не все мужчины в интернете скажут. Ну, пускай не все, но много. Нет, главное-то я не про то говорю, что зачем вам заходить в интернет ради интернета. Жизнь другая. Причем здесь это? Я не про это и говорила. Господи помилуй. Какая? Просто подарок. Ну, православная церковь. Наша, а вы придете? Ну, вот патриарх Кирилл вот здесь, вот он, это от него вот эти вот. Да, это подарок. Православная церковь, подарок Евангелия. Никита называется. Никита. Подарок Евангелия, православная церковь. Храни Господь вас. Это я у меня внуки. Вот православная церковь, взрослые. Подарок Евангелия. Уже закончил институт, но он настолько уже я ему и все. А вот Евангелие ему не потому что. Помоги Господу. Ну, в общем, дома-то есть. В каком лагере? Если у вас внучки есть, у нас православный лагерь есть. Вот такие уже внучки-то. А, ну ясно. Да, но умница. Православная церковь Иван. Вот он настолько, ну, как говорится, он склонен к этому. Он говорит, хорошо. Это хорошо. И все. Вы будете самой правильной бабушкой благочестивой, если будете давать ему читать Евангелие. Да. Православная церковь, Евангелие в подарок. Помоги вас Господь. Слава Христу. Здесь наш интернет. Помоги Господи. Меня звать Игорь. Василий, вы имеете кого? Нет, благоверный князь Игорь. Новомученик. Да. Ну, да. Понятно. Вот, я думал, ну, как же так. Это новомученики, да, есть там, есть. Да. А так блаженный князь Киево-Черниговский. Да, ну в честь его. Да, у меня я в честь его. Даже, значит, имя вот такое. Вот. А, ну, храни вас. Да его тоже, да, Киево-Черниговский. Ну, так как он новомученик, то тут что? Ну, это князь Игорь. Князь Игорь, это, ну, последнего, это, николаевского рода. Господи, Божья благодать так отцеркает сегодня. Вы не представляете, как, крестница, племянница. Вот я тут молюсь. Вот праздник, надо вот так. А сегодня она, Лёлечка, я приду к тебе. И вот это разве не Бог? Это приходило. И вот надо... Пускай вот помолится. Сильно-то тоже ее не давите. Понятно, что вы говорите как надо. Но как бы не надо, ну, сильно настаивать. Ну, еще повторяйте постоянно.
Ну, как бы гнать не надо человека-то. Вы читайте лучше вместе вот Слово Божие. А то, что в церковь пойти, это придет. Главное, любовь к Христу. Пускай вот она на наш сайт зайдет, посмотрит, как верующие люди себя ведут. У нас тут занятия проходят по сайту прям, там занимаются люди Словом Божьим, разбирают его. Я на 10-м мире. Что, читать, что ли? Мы очень счастливы тоже вместе с вами. Бесплатно это. Евангелие в подарок. Евангелие в подарок, православная церковь. Все слова Христа вечной жизни. Интернет. Православная церковь, Евангелие в подарок. Евангелие в подарок, православная церковь. Бесплатно. А следующая партия идет сзади. Православная церковь, Евангелие в подарок. Спасибо. Евангелие в подарок. Православная церковь, Евангелие в подарок. Читайте слова Христа. Все слова Христа вечной жизни. Хотите его знать? Читайте и исполняйте. О, отлично. Очень хорошо. Вот это здорово. Помоги Господи вам. Православная церковь, подарок Евангелия. Помоги вам, Господи. Звоните, заходите на сайт. Вот интересно. Это Евангелие от Иисуса Христа. Это лавка. Где тут? Где родители были? Евангелие родители. Православная церковь, Евангелие в подарок. Евангелие в подарок. Христа. Это Евангелие желательно будет, что нет? Православная церковь Слово Божие. Дар с неба. Да, Слово Божие. Хорошо, не обязательно вода, спасибо. Культурно. Зато Евангелие можно. Возьми, все тачки. Оп! Слово Божие было держать. Евангелие. Православная церковь. Русский церковь. Это Евангелие. Я себе правда, мне надо подругу. Еще. Можно, да? Конечно, подруги это очень даже можно. Да, да. Слово Божье желательно за чтение. Это Евангелие. Конечно, это наша православная, берите. Это православная. Православная церковь. Очень крупно написано, так хорошо. Видите, как даже может вам без очков будет видеть. Я с удовольствием читаю. Сколько?
обожаю. Ты хочешь жить? Нет, Святой Евангелие в подарок. Возьмите. Вот когда всем власть дадут, когда она будет облучать всех злодеев, вот тогда я буду верить. А пока все злодеи нафиг, что хотят, то и делают. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. У Слова Божьего вера это... Я уже давно смирился, понимаешь, со злодеями. Ну что, с ними никто не борется. Святой Евангелие в подарок православной церкви. Женщина, православная церковь, Слово Божие. Святое Евангелие Иисуса Христа, Господа нашего, Спасителя мира, который любит за грехи нас. Желаете взять?